Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. По льду соскучился, но втягиваем хоть тяжело. Сейчас легко никому не будет. Сейчас надо пройти этот этап, задать фундамент на сезон, чтобы там было легче. Тренировки очень насыщенные. Устаем сильно, но это часть работы, так что мы готовы. От какого упражнения ты устаешь больше всего? Бега, наверное. Это всегда у всех так, наверное, бега. Втягивающий уже прошел, это мы дома сделали втягивающий. Сейчас у нас нагрузки повышаем, будет у нас... На следующей неделе будет максимальные нагрузки, потому что нужно базу заложить, фундамент, как говорится. Захар, у тебя произошла смена имиджа? Да, вы просто забыли, как я выгляжу.